Иран не будет участвовать в расширенной встрече ОПЕК. Иран выступает против возможного решения ОПЕК об увеличении добычи нефти в связи с возможными ограничениями ее поставок из-за санкций США против Ирана и Венесуэлы. После сообщения о намерении стран ОПЕК увеличить добычу, министр нефти Ирана Бижан Зангани сообщил, что не будет участвовать в министерской встрече ОПЕК 23 июня в Вене. По словам чиновника, он улетит сразу после встречи с представителями стран-членов ОПЕК, так как Иран выступает против возможного решения ОПЕК об увеличении добычи нефти. Напомним, ряд стран, нефтедобытчиков инициируют увеличение роста добычи нефти в связи с возможными ограничениями ее поставок из-за санкций США против Ирана и Венесуэлы. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikorrespondent.net по материалам сайта newsgro.com.